Так, ну что, друзья, пробуем распаивать. Поставлю сейчас на 185 градусов. Так. 185 градусов. И ждем. Так, давайте чуть-чуть смажем. Не обязательно, конечно, но чуть-чуть мы, чтобы быстрее все это было. Кстати, этот, может быть, можно было поправить. Давайте посмотрим. А то дыма много от этих очень. Так, пинцетик. О, уже, видите, снимаем. Раз. Ну, так вот разбираем. И в коробочку убираем. Так, а это память у нас. Ну что, так неплохо. Неплохо. Смотрите, как хорошо мы тут раз это все растискиваем. Так. Давайте вот этот еще разъемчик мне пригодится. Так. И в коробочку убираем. Так. Потом разберем тут что куда. Двумя пинцетиками удобно. Так. Ну вот примерно так. Этот стол мне нравится. Отличный стол. И в следующий раз попробуем запитать его от аккумулятора. От мощного аккумулятора. Так, чтобы можно было в походных условиях разбирать, чинить. И плюс попробуем восстановить. Значит, что-нибудь попробуем восстановить. Так вот, да? О, мелочки. Это значит, нам надо будет сделать карту. И с помощью этой карты нам промерить напряжение и посмотреть, что менять. Исправна ли сама сборка системы на кристалле или где там система на плате. Сам GPS-модуль, платка. Вот так. Ну вот, практически... Все, да, все разобрал. Все, больше ничего нет. Все, и снимаем. Вот так. Все, ребята, вот видите, он... Сейчас я вам сниму и покажу. Вот он держит, да, температуру. Включил ST-режим. Поддерживает 185 градусов. И вот коробочка, в которой я, соответственно, все разложил. Ну, потом будет время... Это можно будет сделать поаккуратней. Ну, на этом все. Вот такая вот баночка. Баночка. Такой вот стол. Вот, в котором можно выставлять температуру. Но ему нужен аккумулятор. Или аккумулятор мощный с, значит, разъемом Type-C. Или блок питания с разъемом Type-C. В данном случае я взял с запасом на 95 Вт. Для ноутбука Lenovo. Вот такой вот, но я в предыдущем видео его показывал. Вот такой вот блок питания. Вот так. Подписывайтесь, посмотрим. Может быть, будем ремонтировать какие-то и восстанавливать какие-то модули GPS.